добились японцы. И казалось, что Дайки это как раз еще добавит им уверенности. Но только 185 метров. Роберт Кранец. Кранец, который сейчас один из самых счастливых, естественно, людей на земле. Кранец летит, летит, летит. Фантастика! Роберт Кранец. Ну да, я сказал, что Шлири, да, претендент на победу. Но, по-моему, самый главный претендент Кранец. 231 метр. Так далеко еще в эти дни никто не летал здесь, в планице. Ой, как знать. А вот распрыгается Роберт, да, вдруг побьет рекорд Румора, который кажется вечным. Но, опять же, будет планица реконструирована в скором времени и... Скорее всего, так и останется этот рекорд Румора. Но вот опять же, вот что касается реалии, да, возможности, то как раз форма Роберта Кранеца на данный момент, его состояние, его возможности как раз говорят о том, что именно Кранец может побить этот рекорд. Но совпасть должно все очень многое, да. Во-первых, один фактор есть, Кранец в блестящем настроение, в блестящей форме, блестяще подготовлен, но как решат, опять же, еще и организаторы. Естественно, словенцы с таким прыжком выходят на первое место.